Первый стыд, который я вспомнил, в 17 лет, нет, мне уже было 18, а вот ей было 15, и мы уже расстались, и тут она мне говорит спустя 3 месяца: «Сереж, надо поговорить». Я не очень понял, зачем, вот, а когда понял, скурил пачку, как-то так совсем подряд. Ну, естественно, я пошел к родителям, попросил денег, чтобы совершить это действие. Вот. Но это еще не то, за что мне было стыдно. Стыдно мне было дальше. То есть дальше мне не было стыдно, мне теперь стыдно. А потом я этой девочке не очень доверял. Там были причины, но это не оправдание моих поступков последующих. Она за день или за два до назначенной операции осталась тусоваться у моей подруги и покурила гашиш. И мой юношеский мозг очень быстро, радостно сделал вывод, что значит, она не беременна. Если бы она была беременна, она бы не позволила себе за день до такой важной операции покурить гашиш. А значит, ей можно не верить. Что очень удобно.